Так, 21 ноября 2024 год. Давно я не записывал ничего. За то время, пока я ничего не записывал, Украина стала бить баллистическими американскими ракетами по территории Российской Федерации. Вчера там приземлили, я не знаю, штук 12, по-моему, по какому-то бункеру. Я не знаю, что там было. Какие-то северокорейские генералы или что-то российское там было такое ценное. 12 ракет потратить на одну точку, это знаете ли. Ну ладно. Это раз. Второе. Путин доктрину очередную выпустил по поводу того, как он будет применять ядерное оружие. Он, по-моему, свою сексуальную фантазию решил на весь свет озвучивать. Но это его личное дело. Сейчас просто давно не выходил, поэтому что доллар 101 рубль. Ох, у меня есть такой афоризм, я хобби, афоризмы пишу. Если изъятую за ненадобностью букву ЯТЬ, знаете, как пишется, как мягкий знак с крестиком, поставить на попа, получится столь же ценная валюта Пи. Ну, то есть рубль, да, с этим тоже крестик, только перевернутый назад. Такая же, блин, мусорная хрень. Ладушки, что еще хорошего? Хорошего то, что, как ни странно, у Америки... как бы, как это называется, гособлигации, повышаются ставки по гособлигациям. То есть то, что у России, когда это повышаются ставки, да, там учетная ставка 21%, я говорю, что это говорит о том, что России скоро хана, потому что ну, такие проценты. В Америке это, конечно, в гораздо меньшей степени. Но почему меня это радует вообще? Ну, это в любом случае ухудшение. Это значит, что на экономику этой страны в мире меньше рассчитывают, раз больше она платит процент за свои гособлигации. Меня это радует, потому что это частично оправдывает мои расчеты на то, что приход Трампа будет иметь, ну, к президенту, такую положительную сторону для нас, как украинцев, что он похренит к ядрене фене чуть-чуть американскую экономику, как и мировую, плюс к тому китайскую, иранскую. И это сильно скажется на цене нефти. Впрочем, Трамп и сам хотел. То есть нам, как украинцам, выгодно, чтобы основной ресурс, за счет которого Россия воюет, а это нефть. Не будем забывать, опять же, высказывание Маккейна, который говорил, Россия это бензоколонка, которая притворяется страной. И опять же вспомним иноземца, который говорит, ну ничего, там вы каждый день приезжаете на бензоколонку и покупаете этот бензин, поддерживая бензоколонку. Но если нефть будет стоить меньше 50, как сказал Дерипаска, в следующем мае из-за Трампа будет нефть 50, то у России просто будет это, ну, никаких доходов не будет на то, чтобы покупать оружие, там, контрабанды завозить и воевать против украинцев. По крайней мере, гораздо меньше будут эти возможности. Так, что еще? Много чего-то там было. Ну, я сейчас просто сумбурно так. Я давно просто не по объективным обстоятельствам не мог это сам. Кто беспокоится про кота? Кот жив, нормально, усы обгорели. Блин, все в порядке, выживет, там усы отрастут. Мне люди говорят, что все нормально, он уцелел. То есть это 1 ноября я записал про то, что... Ради чего, ну, сидим по блиндажам и на себя принимаем это все. Потому что то, что прилетело по нам, не прилетит по этим 11-летним пацанам, которых убивают там в Харькове, в Одессе, понимаете, и разрушат. Так что пускай на нас строят. Ну, кота жалко, но, извините меня, 3 ствольных потратили, 2 FPV-шки, блин, фугасные, 1 зажигательную. Нормально. Пускай тратятся. Пускай в попытках нас убить они тратят свой ресурс, я имею в виду военных, в попытках нас убить, да? Они тратят это на гражданские эти самые. Так что все в порядке, не переймайтесь. Значит... Что будет еще? Ну, расскажу, что вспомню. Сейчас просто давно не записывал, соскучился. Всем пока.